Добрый день, дорогие друзья! С большой радостью приветствуем вас в концертном зале Дворца культуры профсоюзов на празднике детства и творчества, красоты, таланта и оптимизма. Добро пожаловать на открытый многожанровый конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Звездный Крым. Галактика талантов. Осень-2018». В рамках фестиваля конкурс «Восходящая звезда подиума». Фестиваль-конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и искусства Российской Федерации, Центра народного творчества Республики Крым и Крымской государственной филармонии. Учредитель фестиваля – Детско-юношеская академия искусств, имиджа и красоты «Пассаж энд Соло». Крымский полуостров щедро дарит нам одаренных, талантливых детей. И сегодня на этой сцене будут раскрываться маленькие звездочки и молодые, подающие надежды созвездия талантливых и смелых. Конкурс жюри оценивает по пятибалльной системе. И теперь настало время представить вам наше строгое и справедливое жюри, которому сегодня предстоит нелегкая работа – зажигать новые звезды. Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым, Центр народного творчества Республики Крым, заслуженный работник культуры Республики Крым, председатель конкурса Ольга Ильинична Черникова. Художник, выпускник Ленинградской академии художеств имени Репина, преподаватель высшей категории из-за студии «Парус», арт-терапевт, многократный участник международных выставок Фролов Виктор Александрович. Выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов оперных певцов, солистка театра имени Римского-Корсакова, преподаватель музыкальных дисциплин в музыкальном училище имени Чайковского, художественный руководитель и директор вокальной школы «Ла Скала» Шабельникова Анастасия. Представитель агентства Royal Estate, специалист дефиле, фотомодель, лауреат международных конкурсов красоты Юлия Тарасова. Фотограф, представитель детского всероссийского журнала «Космо Kids» Игорь Дроздов. Давайте еще раз искупаем наших жюри в аплодисментах. Как легко, красиво выступают артисты. Кажется, умеешь петь, выходи на сцену и пой. Любой может. Слова кое-как выучил, костюм надел и смело вперед. И или на сцену удивляй. Верно? Конечно, нет. Одного таланта мало, репетиции, репетиции. А сколько мужества надо, чтобы выйти вот сюда, вот на сцену. И у взрослых артистов коленки трясутся. Что говорить про юных артистов? Видимо, без труда не выйдешь на сцену никогда. Вот это и есть первая ступень к успеху и славе. Встречаем самых мужественных людей. Танцевальный коллектив «Глория», группа «Солнышко», руководитель Дегтярева Елена Мусаевна. Васильковой стране. Песни приходят с волшебными снами. Васильковой стране.
На сцене танцкласс номер один. Руководитель Нечитайло Дарья Сергеевна. Современный танец. Лягу-прылягу. Смешанная возрастная категория 8-12 лет. Готовится Чепурова Елизавета. Вы шумите, шумите, надо мною горосы, колышите, люляйте свой напев вековый, а я лягу, прилягу, край гостинца старого. На сцене танцевальный коллектив «Глория», группа «Радуга», руководитель Дегтярева Елена Мусаевна. Номинация «Эстрадный танец. Недетское время». Средняя возрастная категория 10-11 лет. Номер 16. Thank you.
На сцене хореографический кружок «Авангард», Чистинский сельский дом культуры, руководитель Нечитайло Дарья Сергеевна. Современный танец «Кто-то хитрый». Плюшевый мишка и заяц в футболке. Ты давно когда-то ранним утром их нашла под елкой. А за старым шкафом портфель без ручки и летняя шляпа. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. У тебя в кармане два мелка и волшебный камень. Ты волшебный камень на 8 марта подаришь маме. А с высокой крыши все на свете слышно. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. Понятно, на луне откуда пятна. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. На сцене танцевальный коллектив «Глория», руководитель Дегтярева Елена Мусаевна, эстрадный танец «Куклы». Come on.